В Москве с 24 по 28 августа впервые пройдет детский культурный форум. В нем участвуют 1500 одаренных детей из России, Беларуси, Южной Осетии, Узбекистана, ДНР и Абхазии. Программа форума будет включать более 60 мероприятий. Дети-участники фестивальной программы выступят на сцене, примут участие в мастер-классах, познакомятся с возможностями профессиональных учебных заведений, пообщаются со своими ровесниками и познакомятся с главными достопримечательностями Москвы. Кроме того, будет создан детский экспертный совет форума, куда пригласят молодых деятелей искусства и победителей различных конкурсов для участия в деловой части смотра.